В Азербайджане я впервые, но знаком с азербайджанской культурой давно. Я очень люблю творчество Низами, Насими, Чеменземенли И очень рад, что в свое время моим учителем был Агамуса Ахундов. Ученые Азербайджана и Египта уже давно сотрудничают. В трех наших университетах преподают азербайджанский язык и литературу. Здесь мне очень понравилось гостеприимство людей и прекрасная погода. Я с удовольствием еще раз приеду в Азербайджан и думаю, в скором времени он станет моей второй родиной. Во время поездки по регионам я видел людей других национальностей, которые могли свободно ходить в церковь, в синагогу. Мне кажется, это и есть настоящий мультикультурализм.